Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что смена тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера поможет россиянке Евгении Медведевой остаться на лидирующих позициях в мире. «Я уверена в этом. У Жени сильный характер. Она не просто так приняла это решение. Наверняка все четко продумала и остановилась на этом. Я даже не знаю, кому она бы могла пойти в нашей стране, потому что Тутберидзе – это лидер в нашем фигурном катании. Она также исключила вариант смены Медведева спортивного гражданства. Уверена, этого не произойдет. Зачем ей это? Женя в любом случае лидер. Она просто поменяет место тренировочного процесса», заявила Бутырская. Ранее президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян прокомментировала информацию о возможном выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой за Армению. Every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do.